Привет, друзья! Сегодня у нас четверг, и наконец-то у меня появилось время для того, чтобы доразлаживать вещи, которые в этом стоят, три упаковки. В принципе, прибраться тут, потому что до этого у меня не было времени, я была занята. И мы снова начали общаться с Сашей. Да, и такое бывает. Подробности не буду вдаваться, просто так, короче. Я пока живу здесь. По поводу шкафа. Я позвонила в мебельный, там, где делают шкафы на заказ, и мне сказали, что сделать на заказ 50 сантиметров можно, но все равно будет не очень, потому что тремпель, он шире идет, он там, 50 сантиметров, и будет шорхать тремпель по дверце шкафа, поэтому надо брать стандартный, ставить его сюда и дальше уже думать, как это все будет стоять. Ну, короче, я не очень довольна, но да ладно. Так, значит, так. Буду копить на шкаф, возможно, на комод. Не знаю, короче, пока так. Пока буду все класть сюда. Но у меня еще есть диван, и он пустой. То есть еще какие-то вещи не нужно, можно класть сюда. Чем я сейчас, в принципе, буду заниматься. Потом купила себе новую маску. Буду сейчас делать маску, брови, мыть кисточки. В общем, все вот эти дела, которые надо делать в воскресенье. Но у Наташи дела эти получилось сделать только в четверг. Завтра иду переделывать ногти, потому что уже очень длинные свои, кстати. Вот. Так что будем с вами вместе этим заниматься. Я не помню, рассказывала я вам или нет, но я забрала жалюзи. Получилось это все так смешно. Я шла в строительный магазин за краном, а на первом этаже строительного находится эта контора по окнам, где я заказывала жалюзи. И получается, что я заказала жалюзи, грубо говоря, вчера, а сегодня вот я шла в этот магазин, и пока я была там, мне набрала девушка, сказала: «Ваши жалюзи готовы». Но мне повезло, потому что так бы я их ждала неделю, а из-за того, что машина ехала и мои жалюзи были готовы, то мне их привезли быстрее, поэтому у меня уже висят жалюзи. Теперь меня никто не видит, это очень красиво, и я довольна очень сильно. Цены подскочили, не без этого, но, тем не менее, оно того стоит. Единственное, я сломала на ручке крючок, который цепляется, висит, чтобы закрывать и открывать жалюзи, а их нет наличия. Их пришлось заказать, и когда придут, неизвестно. Но там есть ручка, ее можно крутить. Не очень удобно, но есть. Не принципиально, буду ждать. Я помылась, поела. Сейчас пойду приготовлю сырники и посушить волосы надо опять. И потом разлаживать вещи по местам. У меня еще на это есть время, силы, и этим надо обязательно заняться. Thank you.
У меня вот такие получаются сырники. Они на вид не очень красивые из-за того, что у меня смесь панировки и манки, но на вкус они очень вкусные. Мне вот как-то зашел такой рецепт, они такие упругенькие получаются, с корочкой, мне очень нравятся.